Думаю, да. Значит, ну, в группе «Мост» и Гусинскому лично. Ну, сейчас он опять будет, сейчас, если это выйдет на экране, он опять будет на меня наезжать, Гусинский. Значит, они крутили московский бюджет. Он же не банкир по своей сути. Он такой сулер. Он сулер. Я ему не прощу до сих пор, что он как-то решил на меня наехать. Ко мне, я был в ЛГ, милиция за эту статью. Ну, вот. Но он был с охранниками. Я позвал своих ребят из моего отдела. Ну, вот. 92 я помню, он пришел на мат. На мат. На такой, не на мартвенную лексику гусинский. Потом он говорит, ну, ваш Лужков вам передал здание на 32 этаже, там, за 100 миллионов, какую-то мелочь. Он говорит, а у вас нет такого документа? Я говорю, есть. Он говорит, спорим? Я говорю, спорим. Спорим. Он мне был в тайнике лежал. Вот не, там не было у меня в сейфе. Спорим. Хорошо, спорим. На что? Он говорит, на ящик коньяка. Ну, тут у меня сейчас парень, у меня сейчас работает в администрации президента, значит, там был моим замом. Он говорит, коньяк, он берет каталог, ну вот, коньяк там по 700 баксов, вот бутылка. Утром я ему посылаю официальное письмо с курьером, уже мой господин Гусинский, целая наша договоренность, и посылаю вам решение правительства Москвы, прежде ему этого здания. Он проспорил, а коньяк не отдал. Скажите.